Итак, очередная серия закупок для проекта. Вот такой вот микрогнездо, разъем с гайкой. Ну, по факту нам надо, чтобы у нас влезла туда гайка. А остальное закрутится. И теперь проект заглушек. Можно посмотреть, влезет ли гайка. Можно ли ее туда интегрировать? Ну, гайка навряд ли, а вот если его просто просверлить, то интегрировать его туда можно будет. И посадить на клей, как вариант. Ну, здесь чуть-чуть уменьшили, теперь здесь можно будет пройтись надфилем, убрать резьбу, все должно будет влезть, потому что если на 6,5 делать, уж сильно плотно будет, зазоров вообще никаких не остается. А так резьбу уберем, и все будет нормально. Так, здесь у нас почти заходит. Короче, надо просто на самом разъеме снять, и все. Ну, в общем, обточили. И что у нас получается, что оно все равно не войдет. Нужно будет все-таки до 6,5 расширять. Ну, пойду расширять тогда, значит. Ну и, собственно говоря, вот такая малюсенькая, она уже верхняя осталась. Но этого маловато. Нужно еще верх чуть-чуть обработать. Ну и вот чуть-чуть обработали, и теперь уже будем вгонять. Так, и придется ее еще и вклеивать. Замечательно так встало. Так. Посмотрим, как она станет в родное место. Ну и, собственно говоря, если мы ее поставим в профиль. Так. Высоко. Так. Вот теперь ее нужно будет вклеивать.
отпаиваем контакты и потом вклеиваем. После того, как соберем ленту в сборе. А вообще она должна становиться у нас самый низ. Вот, да. Самый низ. Да еще и вот эта часть будет мешать. Ее надо стесать. И все.